Привет и добро пожаловать на мою страницу в Insight Timer. И сегодня мы будем делать практику на восстановление энергии своего рода. Обретая силу рода, человек получает дополнительные духовные дары, познание, информацию и гармонизацию всех тел и энергий. После проработки родовых тем, ваши жизненные ситуации будут изменяться в лучшую сторону. Уйдут тормозящие привычки, зависимости, если они есть. Будет происходить освобождение от привязок, мешающих вашему духовному или энергетическому восхождению. Изменится в лучшую сторону психологическое состояние. Итак, давайте начинать практику. Садитесь удобно, с ровной спиной. Если чувствуете в себе силу, можно выполнять эту практику стоя. Так вы будете сильнее ощущать энергии. Можно оставить глаза открытыми или закрытыми, как вам будет удобно. И сейчас повторяем за мной вслух эти слова. Я прошу ангелов кармы о помощи в проведении гармонизации и балансировки энергетической системы моего рода. Да будет так. Так оно и есть. Аминь. Я выражаю свою волю быть заземленным в процессе проведения этой работы. Да будет так. Так оно и есть. Аминь. Для тех, кто не знает, как заземляться, представьте, что сверху на вас падает огромный энергетический столб. Он проходит через вашу макушку, через вас, выходит из копчика и направляется в землю. Итак, следующая фраза, которую вы повторяете. Я прошу ангелов кармы провести работу максимально комфортно для меня, с уместной интенсивностью и скоростью. Да будет так. Так оно есть. Аминь. Хорошо. Следующая фраза, которую вы повторяете. Я прошу ангелов кармы, чтобы эта работа не прекращалась до полного исцеления и восстановления энергетической системы моего рода. Да будет так. Так оно есть. Аминь. И сейчас мы включаем воображение. Мы будем визуализировать свой род. Представьте, что сзади, справа от вас стоит отец. Слева сзади находится мать. Отец кладет руку на ваше правое плечо. Мать положила руку на ваше левое плечо. Представляем, что за ними стоят их отцы и матери. Ваши бабушки и дедушки, которые тоже кладут свои руки им на плечи.
Затем представляем отцов и матерей ваших бабушек и дедушек по той же схеме и так далее. Наблюдаем за тем, как сзади за вами образуется большое скопление ваших родственников. Неважно, помните вы их или нет, представляйте их в виде фигур. Это выглядит как пирамида, в которой вы на ее острие. Дышите. Вдох и выдох. А теперь мы представляем, что весь ваш род повторяет за вами ваши следующие слова, которые вы повторяете за мной. С благодарностью за дар жизни я обнимаю и благословляю любовью весь мой род. Да будет так, так и есть. Аминь. Следующая фраза. Во имя Я Есмь, единое Я, принимаю на себя ответственность за судьбы моего рода. Да будет так, так и есть. Аминь. Во имя Я Есмь, единое и любящее Я, выражаю свою волю восстановить разрушенные связи в энергетической системе моего рода, включив в нее всех изгнанных и забытых. Всех нежеланных и лишенных любви, всех нерожденных, отвергнутых до своего воплощения. Во имя Я Есмь, единое, любящее и вечное, я благословляю любовь и отпускаю тех, кто по своей воле выбирает покинуть энергетическую систему моего рода. Во имя Я Есмь, единое, любящее и вечное, я принимаю силу моего рода с благодарностью и любовью. Во имя Я Есмь, единое, любящее и вечное, отныне и навсегда поток света, мудрости и любви моего рода беспрепятственно протекает через меня и мое поколение в будущей жизни на благо моим близким, человечеству, земле, мирозданию. Да свершится все это, да будет так, так и есть. И я благодарю единое, любящее, вечное.
И делаем глубокий вдох. И выдох. Почувствуйте эту энергию, которая исходит из вашего рода. Делайте глубокий вдох и выдох. Возвращайтесь здесь и сейчас. Необходимо работать с этой практикой примерно 2 месяца. Первый месяц стараться проделывать ее 2-3 раза в неделю, а второй месяц стараться проделывать ее 1 раз в неделю. За этот период вы сбалансируете энергетическую систему рода, гармонизируете ее. У кого-то это произойдет быстрее, у кого-то будет медленно. Связь устанавливается быстрее, чем человек это осознает. Поэтому, как только вы почувствуете, что связь налажена, работу смело можно прекращать.